На южных склонах Гималаев лежит королевство Бутан, заповедная, спрятавшаяся в горах страна, в которой часто видится затерянный земной рай, где исполняются все мечты, таинственная Шангри-Ла. В загадочном королевстве находится более 200 дзонгов, монастырей-крепостей, одним из самых священных, из которых является монастырь Таксанг-Лакханг-Дзонг, или логово тигра. Сотни лет на неприступных скалах стоят огромные монастыри, ставшие центрами буддизма. В 8 веке на высоте 900 метров над долиной Паророда начальником буддизма Падмасамбхава, известным также как Гуру Ринпоче, был основан монастырь Таксанг-Лакханг-Дзонг. Здесь, в сохранившейся до сих пор пещере, Гуру медитировал, направляя свои мысли к свету, радости и Богу, и глядя на самую высокую вершину страны, Джамалхари, где живет громовый дракон, символ королевства. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.